И хотя по договору работы должны были завершиться к сегодняшнему дню, фактически дорога была готова уже почти месяц назад, открыта для движения, облагорожена и уже вовсю эксплуатируется. Горожане, проживающие в районе Кява, а также те, кому приходится часто этим маршрутом пользоваться, без сомнений довольны новой дорогой. Городская управа Кохлоярова в лице вице-мэра Дениса Вершинина также не скрывает своего удовлетворения. Завершается проект по реконструкции улицы Эхита, но на сегодняшний день уже видно о том, что объект выполнен вовремя, в сроке. То есть договор по данному объекту заканчивается 1 июля. Сейчас подготавливается исполнительная документация для того, чтобы с ней ознакомиться и начать приемку объекта. Но, на мой взгляд, и по мнению строительного надзора, работы выполнены качественно, корректно, никаких нареканий в принципе нет. Вот, те мнения, которые я слышу от людей, которые пользуются этой дорогой, только положительные. Кому-то кажется, может быть, что она заужена, но проект есть проект, он соответствует всем нормам и стандартам законодательства Эстонской Республики, поэтому здесь каких-либо нареканий со стороны городского управления нет.